убил школьницу, потому что якобы пытался спасти другого ребенка. В Чкаловском суде Екатеринбурга продолжают рассматривать дело лихача, сбившего насмерть 11-летнюю девочку на остановке. Сегодня обвиняемый Алексей Бельков заявил, что уходил от столкновения с «Маздой», в которой, как ему показалось, находился ребенок. Когда я увидел машину, мне показалось, что водителя я не видел, кто был за рулем. Мне показалось, на заднем сиденье сидит ребенок. В тот момент я испугался, запаниковал, неосознанно, машинально руль повернул вправо, машину понесло вправо. Также, по версии обвиняемого, скорость его автомобиля не превышала 70 км в час. Однако, по результатам экспертизы, Алексей гнал по городу под 120. Напомню, трагедия произошла в Екатеринбурге на улице Новосибирской. Девочка возвращалась домой после занятий. Позвонила бабушке, сказала, что садится в автобус. Спустя мгновение в ребенка влетел автомобиль. Свою вину Бельков признал и даже перевел родителям погибшей 300 тысяч рублей. Но мать от денег отказалась и заявила, что намерена добиться максимального наказание для убийцы дочери, а также моральной компенсации в размере 2 миллионов рублей. Справедливое наказание. Я не кровожадная, чего все я понимаю прекрасно. Просто справедливо. Я морально очень пострадала в плане того, что я до сих пор, у меня интерес к жизни пропал. Там мой второй ребенок за 2 года.